Сегодня мы будем проводить опыт с апельсином. Смотрите, у апельсина такая корочка интересная. А если нашу кожу рассмотреть под микроскопом, она очень похожа на апельсиновую корку, на вот эти вот поры. Ну и давайте представим, что на нашу кожу мы наносим тональное средство. Да, как обычно, девушки красятся и на кожу наносят тональное. В конце дня мы что должны? Умыться, правильно? Мы идем в ванну. И что мы чем будем? Давайте будем смывать, как обычно, пенкой, да? У меня здесь подготовлена пенка для умывания. Ну, вот ей мы сейчас и умоемся. Можно даже второй раз умыться. Ну и что мы видим? Даже после двух применений пенки, как бы сверху мы смыли, а вот там внутри в порах, видите, все равно тональник он забивает. И обычно пенка не смывается. На помощь приходит гидрофильное масло. У меня выдержит косметику внутри наших пор и очень бережно, не суша кожу, смывает. А подержали буквально 15 секунд, чуть-чуть этой водичкой смываем. Смотрите, когда вы смываете гидрофильное масло, водичку, пенку, то есть оно не масло, оно не оставляет масляный жирный след на коже. И очень хорошо смывается водой. В итоге кожа и все поры очищены. То есть гидрофильное масло, оно работает таким образом, что оно растворяет косметику и бережно очищает его. Гидрофильное масло от компании Faberlic очень круто очищает кожу. Тот, кто присматривался к нему, присмотритесь еще раз. Оно того стоит.